Всем привет, друзья мои подружки, с вами как всегда Фаниль, на канале Сделано в Деревне. Вот сегодня решил отреставрировать старенький мостик, вот этот мостик. Давайте посмотрим. Вот он. Вот дядя помог мне его вытащить, еще приварили вот, несколько элементов еще добавили. Ну, надо его перекрасить, это был наш экспериментальный образец, когда-то давно его сделали, это наши первые работы. Покрашено с помощью кисточки, все по-простому. Вот сейчас вот почищу и покрашу краскопультом. Ну, увидим, что у меня получится. Давайте. Да, покрасил. Оказывается, у меня краски нету. Так что пока буду красить деревянные элементы. Ну, вот эти доски. Вот тут еще там внутри. Внутри есть много всяких элементов. И тут там скамейку надо перекрасить. Так что есть чем заняться. О, когда будет краска, я это покрашу. Пристегните ремень безопасности. Еще раз всем привет, друзья. Еду, короче, на место Сабантуя, где будем праздновать. Но сегодня не праздник, а еду работать. Надо там... ну, починить там, отрихтануть всякие вещицы, там, забор, ну, скамеечки всякие, вот такие работенки, незамысловатые. За бортом вот уже 26 градусов, это еще утро, сегодня конкретно будем загорать и работать. Ну, ладно, увидимся на месте, посмотрим, что там как. Я тут чуток опоздал, конечно, но еду. Обратите внимание, на чем держится причалочка. Вот на такой веточке. А с другой стороны лопата. Малая деревня, друзья. Вот такой вот забор. Тут заряжаем турбоверт. Вот тут мы и отмечаем праздник Сабантуй, мужики и дамы. Вот тут петух будет наверху. Тут лазить будут. Ну, морс сниму, Сабантуй покажу. Пока вот доделываем этот забор. Такой вариант, такое решение. Ну, конечно же, не мы это решаем, мы просто делаем свое дело. Потом еще починить надо скамеечки. Вот такие трубы нам привезли, это же никуда не годится. Сейчас поедем, будем искать по деревне всякие трубы там, НКТшки. Поехали. Thank you.
Ребята, я все-таки привез краски и докрасил мостик. Он уже стоит на месте. Покажу чуток попозже. Ну, когда будет время, мне еще вот очередная задача покрасить еще один мостик. Давайте покажу сначала. Ну, вот такой мостик. Сейчас тут непонятно, вот туда подойду. Вот другая сторона. Вот тут скрипочный ключ, нотки типа. Ну, вот такой простенький мостик. Это для своей деревни поставим. У нас там есть ротник, короче, я уже показывал на канале. Ну, когда поставим, покажу еще раз, как она будет там стоять. Такая вот сделали быстренько, нам сказали там срочно, за пару дней надо замутить. Вот сегодня с утра начали, уже почти закончили. Сейчас покрашу, потом высохнет и поставим на место. И тогда вы увидите. Ну ладно, начну я покраску. Давайте. Добрый день, друзья. У меня очередное ЧП. Накрылся компьютер. Так что пока не получится помонтировать видео. И стараюсь снимать поменьше, чтобы не засорять память камерой. Такие вот дела. Если это видео выйдет, значит, наконец-то мне пришли запчасти из Китая. И я сделал все-таки этот ролик. Такие вот проблемки у меня, проблемки. Как раз вот есть куча материалов снять. Интересные вещи, там сабантуй, там праздники. И вот такой косяк. Да. Ладно, ничего страшного. Как говорится, прорвемся. Вот еще начали сделать еще одну поделку. Это как бы ограда для навеса, для дяди делаем. Вместе с ним, ну, вдвоем. Давайте покажу. Ну, это вот как бы перила, эта сторона. Вот это та сторона, нижняя сторона. А это я уже чуть-чуть показывал. Это наша бетонная мешалка. Мы его все еще не доделали. Ну, он доделан, надо покрасить. И нужно найти карданный вал подходящий. Ищем там во всяких металлобазах. Новый покупать неохота, как бы. Все-таки бабки стоят. Такие вот дела, ребята. Еще есть верхняя часть. Ну, верхняя часть вот этой штучки. Сейчас покажу. Ну, это еще не доделано. Это как бы просто каркас и несколько узоров еще поставили. Еще надо... Вот тут сделаем сетку. Еще там в верхней части еще будет в некоторых местах сеточка. Ну, в конце, думаю, получится более-менее такая нормальная вещь. Ребята, я иду к дяде помочь монтировать ту ограду, которую мы сделали. Вот по пути сейчас заеду на ротник и покажу вам тот самый мостик, который мы сделали за 10-12 часов. Он такой вот. Ну, посмотрите. Вот он, наш мостик. Давайте покажу сбоку. Тут, конечно, надо добавить еще кучу узоров, так как времени не было. Вот такой, ну такой, какой есть. Я не говорю, что надо делать такие мостики, но если добавить еще кое-что, будет еще лучше. Вот я уже у дяди, друзья. Вот вам очередной элемент для украшения своего деревенского дома. Вот такое вот решение. Добавите еще всякие узоры там, цветочки, листики, и будет вообще огонь.
такую скамейку мы соорудили. Вон там еще 12 метров, тут 12. И заборчик еще сделали. Вот так потихоньку там, чуток помогаем деревне, хоть чем-то. Вот мы сделали, кто-то покрасил, там кто-то еще что-то сделал. Вот так живет деревня. Я в этом году не стал снимать сабантуй. Охота была погулять там с семьей, встречаться с друзьями. Тем более компьютер сломан. Не хочу засорять память камерой. Возможно, на следующем году поснимаю. Там уже сын подрастет. Будет меньше хлопот. Надеюсь. Такие вот дела, ребята. А это уже наш мостик. Вот так он выглядит после небольшой переделки и покраски. В старой заброшенной дамбе нашел вот такой камушек, похож на половину сердечка. В голову пришла сразу идея замутить что-нибудь из этого камня, ну такой декоративный элемент, и вот что у нас получилось. Такой вот декоративный элемент смастерили из камня, из металла. Для сада так прикольно выглядит. Такое сердечко. Типа. Вот такой вот ролик, ребята, из того, что было. Из всяких самоделок. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Дальше больше. Ну и как всегда, желаю всем здоровья и отличного настроения. Всем пока.